Здравствуйте! Интернет-магазин Тукан предлагает вашему вниманию портативную газовую плиту ТК-Р9507 производства Хавея. Плита упакована в удобный пластиковый кейс. В комплектацию также входит инструкция на русском языке и сама плита. Сейчас посмотрим, как эту плиту запускать. Прежде чем запускать плиту, мы должны убедиться, что наша плита выключена. То есть регулятор мощности у нас в вертикальном положении до упора вправо. Фиксатор баллона вверх до конца. Открываем защитный кожух. Берем цангу и баллон. В данном случае мы используем газовый баллон производства Хавея КГФ-0220. В состав баллона входит 70% бутана и 30% пропана. На баллоне есть специальная выемка, которую мы стыкуем вместе со специальным фиксатором на редукторе газовой плиты. Просто кладем сюда баллон, чтобы они совпали. После чего нажимаем на рычаг, и баллон фиксируется вместе с редуктором. После чего закрываем кожух, и в принципе плита готова к использованию. Данная плита имеет мощность 2,2 кВт, расход топлива 160 грамм в час, то есть нашего баллона при максимальной мощности хватит на 1,5 часа. Размеры газовой плиты у нас получаются 343 на 284 и 113. Нам необходимо повернуть рычаг регулятора мощности плиты налево до конца, до щелчка. Сработает пьезоэлемент, и наша плита работает. После чего мы можем спокойно регулировать мощность плиты при помощи того же регулятора. Для того, чтобы плиту выключить, надо повернуть рычаг до упора направо. Для транспортировки плиты рекомендуется отсоединить газовый баллон. Для этого открываем защитный кожух, поднимаем рычаг фиксации и вынимаем баллон. Баллон можно транспортировать и в самой плите, но он не должен быть зафиксирован рычагом. Все. Рекомендуем